Всем привет! Вы на канале «Усадьба Белая Лошадь». Для всех новеньких я начал строить большой сарай без какого-либо опыта, 15 на 9. В строительстве опыта вообще никакого не было. Мне помог один строитель. Вначале выложил мне углы, показал, как класть кладку. Строю я один, мне никто не помогает. Приезжал разок, подписчик помог, там выложил мне пару рядов, тоже с опытом. На каком я этапе? Установил я сейчас уголки на окна. Окна уже, считай, закончены. Установил уголок на дверь с этой стороны. Начал окна с этой стороны, тоже установил уголки. Вот, осталось мне, получается, поднять всего лишь еще один ряд над этими окнами. Ну и здесь, соответственно, тут полтора ряда, ну два ряда, как сказать правильно. И все. И коробка моя, безопытная коробка, будет закончена. Вот. Многие говорили, писали в комментариях, что нужно армировать последний ряд, да? Но армировать я не буду. Вот. Многие пишут, будешь, не будешь. Ну, не буду я армировать, в общем. Решил, что армированием заниматься я не буду. Сейчас уже и холодно, мороз уже скоро будет. Вот, осталось там буквально несколько дней, нужно успеть вот эти вот ряды положить, и все. Как же будет у нас крепиться крыша? Очень многие тоже спрашивают, переживают. В общем, два варианта, что мы хотим сделать. Ну, думаем мы над двумя вариантами, или так, или так. Первый вариант – это выложить вот такие вот столбы. Сейчас вот мы примерились. Из таких же блоков, то есть будет 4 столба с каждой стороны, 8 столбов по центру. Здесь у нас идет широкий коридор. Ну, для тех тоже, кто не знает, будет здесь широкий коридор. И будут делиться на денники для лошадей и коз. Тоже, для тех, кто не знает, это сарай для наших лошадей и коз. В общем, вот столб, да? Здесь у нас стропила будут захватываться блоками. То есть я буду оставлять промежуток между ними. Туда будет класться стропила. Вот, и цементиком аккуратненько будет она засыпана. Вот, и сверху зажмется блоком она у нас. То есть пойдет первый брус пойдет отсюда. По всем столбам будет положен. С другой стороны то же самое. Пойдет, и на него уже пойдут 50 на 150 будут досочки через каждые 1 и 2, ну, метр 200 где-то примерно будут эти доски идти. И их эти доски тоже будут зажиматься между собой потом блоками. Вот и все, вот так вот я и планирую все это дело сделать. Потом стены у нас длинные, никаких пиал и так далее сделано не было. Будут тут тоже, сейчас вот я думаю, 3 или 2 тоже бруса будут идти. То есть будут 3 или 2 бруса будут идти. Тоже получается, они будут идти нахлестом друг на друга. Будет уходить за стену где-то полметра. И за стеной будет крепиться уголками. С той стороны уголками и с этой стороны стены. Тоже полметра туда уходит, и с той стороны тоже будет уголками крепиться, чтобы он не ходил туда-сюда. Ну и зажмется тоже блоком. Все это дело блоком я зажму. Вот. Ну и по центру, здесь уже получается под столбами, тоже нахлестом будет закреплен он. Тоже уголками, наверное, закрепим там как-нибудь его. Посмотрим. И тем самым стены не будут туда-сюда разъезжаться. Вот, наверное, их будет или два толстых 150 на 150 или 3, ну то есть 1, 2, 3, и с той стороны, ну, получается, длинные такие, вот, чтобы эти стены скрепить между собой. Так, второй вариант, да, поставить не такие столбы, не из блоков выкладывать, а столбы железные. Думал я или круглую, ну, или круглую трубу, или из профиля толстого. Пока вот непонятно. Ну, хочется
Почему думаем поставить трубы? Потому что столбы очень массивные и занимают очень много места. Это очень крепко, это очень надежно, но занимает очень много места. По цене, чтобы выставить все эти столбы, нужно будет заказать где-то в районе 200 блоков. Это чтобы с доставкой сюда привезти, ну, в районе 10 тысяч рублей. 10 там, ну, 10 с плюсиком. Вот, железные столбы, наверное, ну, дороже обойдутся. Ну, и также лаги на них сверху пойдут. Вот, это второй вариант с железными столбами. Пока вот не решились мы, что будет лучше, что будет практичнее, крепче и подешевле, так сказать. Вот, потому что нужно еще выложить ряды, а с этими столбами могу не успеть с морозами. Выложить эти столбы 200 блоков тоже, ну, можно, наверное, за пару дней положить, думаю, но как-то так. Их надо еще ровно выложить, все сделать. Не знаю, думаю, или железные столбы, или такие. Так, насчет фундамента. Фундамент здесь по центру для этих столбов, соответственно, очень хорошо подходит. Здесь он залит почти на метр с плюсиком даже. Там внизу полметра, наверное, накидано кирпичей и залито жидким бетоном все это дело. Вот. Ну и полметра нормального бетона, армированного. Вот, с арматурой. Так что столбы и такие, и железные, думаю, держаться здесь будут отлично. Зададите вопрос, зачем вам нужен был тут такой фундамент. Изначально кое-какие подсказчики мне сказали, что так нужно делать. Слишком много пришлось заплатить за дозалитие вот этих вот линий. Вот. Можно было со столбами просто выставить фундаментные столбы тоже вовнутрь залить, и все. И не надо было бы тратиться на еще одну машину 8-кубовую, чтобы вот эти вот линии залить. Что могу сказать по поводу всего этого дела, по поводу строительства? На самом деле, если будет хотя бы один человек вас контролировать, подсказывать, вы сможете ему в любое время позвонить, узнать, ну и вы, соответственно, будете его понимать, он нормально будет объяснять, то без проблем вы можете построить, по сути, все что угодно. Вот. Уголки. Я после того, как эти уголки купил, узнавал, можно их было, ну, вот эти вот, по крайней мере, метровые, короткие, можно было найти на металлоприемниках разных, да, куда металл привозят, сдают. Намного дешевле по цене металла бы вам его отдали. Ну, там на рубль бы дороже просто сделали бы и все. Ну и можно было бы сэкономить. У меня вышли эти уголки на 7000 рублей. Ну вот, можно было за пятерку, наверное, все эти уголки приобрести. Ну, вру, меньше, конечно. 2,5 метра уголок бы такой вы вряд ли там нашли. А вот метровые, как я, такие вот, даже 1,5-метровые можно без проблем найти. И сэкономить в 2, может, даже больше раз. Вот такие дела. Так что это вам такой совет. Сперва насчет металла ехать на металлоприемник. Так, ладно, нам осталось совсем чуть-чуть добить вот это вот, всего лишь вот этот чуть-чуть, короче, нам осталось добить, и все на сегодня. И завтра можно класть последний ряд и заканчивать с этой коробкой, пускай она у нас высыхает. Вот. Так что пошли работать. Пока там у меня крутится, взял я, значит, пластификатор. Сейчас у нас уже ночами -1, 0 градусов. Вот, днем еще +6, +5, там, а ночью минусовая температура. И я решил взять вот пластификатор. А, значит,
вода везде замерзает, прям льдом покрывается таким вот, ну, толстым, там, сантиметра два-полтора, а эта бутылка у меня вообще не замерзает. Хотя она, нигде не написано, что она морозостойкая, она просто улучшает воздухообмен в растворе. Ну, улучшает технологические свойства раствора. Вот тут можно все прочитать. Сейчас я приближу. Вот. Можешь на паузу поставить, прочитать. В общем, при добавлении вот этой жидкости я на один, получается, замес добавляю где-то 300, ну, в районе 300 грамм примерно этой жидкости, и у меня воды на раствор уходит, ну, в раза два меньше. То есть раствор как бы такой же, как обычно, да, он туда даже я мыло теперь не добавляю, он прям такой, как после мыла, такой хороший, хорошо липнет, и в два раза меньше воды, и он быстрее высыхает. То есть к завтрашнему, ну, к утру уже он уже такой твердоватый, нормальный становится. При такой температуре, там вот на улице, говорю, за ночь 0, минус 1 градус. И довольно-таки хороший раствор получается. Я пробовал его раскалывать. Ну, этих отличий, в общем, я не заметил между тем вот раствором, который я клал до этого, без всяких пластификаторов, и с этим пластификатором. Но приходится немного дольше ждать, чтобы это все дело замесилось. Вот, ну, в два раза дольше, чтобы все хорошо перемешалось и раствор стал таким же вязким, как с большим количеством воды. Да, еще момент. Если кто-то хорошо разбирается, под железные столбы у меня никакого основания не подготовлено, да. Нужно будет, получается, металлическую пластину закрепить. Как мне фундамент просверлить, придется продалбливать что-то. Если кто-то разбирается или видел видео, подскажите, как в чистый фундамент сделать армирование в этом фундаменте, чтобы закрепить там болты. То есть никакой подготовки заранее не было сделано, тумбы там армированные не были сделаны. Вот. Как мне эту пластину на чистый фундамент закрепить болтами? Буду очень благодарен, если видосы покидаете в личку. Голова уже взрывается тоже от всей информации, да, вот всех тех проблем, с которыми я еще столкнусь и которые нужно будет сделать. Вот. Даже с этими же железными столбами, я думаю, мучений будет еще столько. Варить это все дело, приваривать вот эти вот пластины, уголки там, ну, нужно будет найти нормального сварщика. Я сам-то, у меня у самого образования есть сварщик четвертого разряда, но это было, ой, уже сколько лет назад, 12 лет назад уже я это образование получил и ни разу после этого времени не варил. Так что даже начинать такую ответственную работу, ну, не вижу смысла, надо будет кого-то найти. Думаю, тут среди мужиков кто-то нормально варит, вот попросить его. Заварит все это дело, сделает. Друзья, я с вами прощаюсь. Вот, немножко что-то на грустной ноте такой. Веселья не так много. Ну, немножко подустал. Ну, в общем, всем пока.